В психологии проблемой является то, что переживается как проблема. Если у вас нет переживаний по какому-либо поводу, то проблемы здесь нет. У человека может условно не быть рук и ног, и это не является для него психологической проблемой. Потому что переживать он может не из-за того, что он инвалид, а из-за того, что, например, у него не сыграла ставка в казино. Если вы по какому-то поводу не переживаете, хотя считаете, что вам надо из-за этого переживать, нет, у нас нет абсолютно никакого списка обязательных пунктов к переживанию, точно так же, как у нас нет никакого списка каких-то целей, которые каждый человек обязательно должен достичь в своей жизни. Типа посадить дерево, родить сына и построить дом. Хотя вот конкретно с этими тремя вещами я согласен. Когда вы начинаете мерить свои жизненные успехи, сравнивая себя с кем-то из сторисов, рилсов и прочих лент в социальных сетях, то это ни к чему, кроме невроза, депрессии и самоуничижению, никогда ни у кого не ведет. Здесь сравнение никогда не будет в нашу пользу и никогда никого это не мотивирует. То есть так же, как никого не мотивирует зарабатывать деньги, наличие долгов. Как оставить прошлое, если есть вьетнамские флешбеки и КПТСР? Посттравматическое стрессовое расстройство. Бывает еще генерализованное стрессовое расстройство. Бывает очень много разных расстройств. Сразу скажу, не занимайтесь самолечением. Психиатрия – это такая же квалифицированная наука, как и, например, онкология. И лезть туда, не будучи профессионалом, не нужно. Если вы не стоматолог, не пытайтесь себе чинить зубы. Если вы не психиатр, не пытайтесь самостоятельно решить проблему с ПТСР. Вы ее не решите. Обращайтесь сразу к специально обученным и желательно хорошо оплачиваемым людям. Потому что в психологической помощи, в психиатрии тоже, как и в любой другой медицине, нет абсолютно никакого ГОСТа или стандарта. Каждый лечит, как умеет. И проблема психолога за 2000 рублей в час в том, что вы получаете психолога за 2000 рублей в час. Я эту цифру называю, потому что сегодня мне прислали отзыв, где клиент написала, что специально искала кого-то получше, чем за 2000 в час, и нашла меня, чем очень довольна. Поэтому, что касается любых расстройств, депрессия, там, какое-то нервное истощение, стресс, это все то, что не надо пытаться решить самостоятельно. Вы самостоятельно это не решите. Потому что есть вещи, куда одному лучше не ходить. В темную подворотню, в прорубь прыгать в одиночестве тоже не надо. И вот в себя одному тоже лучше не ходить. В лучшем случае это будет бесполезно, в худшем случае это будет очень опасно. Вы там что-то в себе разглядите, найдете, раскопаете и понятия не будете знать, что с этим делать дальше. И что делать с теми проблемами, которые решить нельзя. Их можно только перерасти. И критерий здесь простой. Когда вы можете спокойно, без эмоций, без переживаний, без ненависти или страха, спокойно говорить о том, что когда-то вас ввергало в КПТСР или вьетнамские флешбеки, поздравляю, вы проблему переросли. То есть ситуация не изменилась. Но это вас больше не беспокоит. Это вас больше не триггерит. Было и было.